Итак, так, здорово, дружище, усаживайся поудобнее. Я на аккаунте своего подписчика, игрока под ником ЧРРПП, вот как-то так, вот у него тут дофигища силы. Блин, ребят, извиняюсь, что я всем не успел паролить, да, под эту крутую акцию, ну что уж тут поделаешь, не могу разорваться, не могу успеть. Это видео, кстати, выпускаю тоже очень поздно. Ребят, буду рад, если поставите лайк. Да, я давай уже как-то уже 1000 лайков-то набрать надо. И многие из вас, больше половины, смотрят без подписки. Так что, ребятушки, подписывайтесь, видосы не будете пропускать. Вот. А если еще и колокольчик там замутите, вообще огонь будет. Нахожусь на аккаунте череп, друзья. Аккаунт у нас череп. Дальше. Что, у нас сегодня это акция блатная, да? Выращивай призы. Специальное предложение. Цветущие бонусы. Где она? Охотник за богатством. Не то. Сокровищница. А, ну и по сути сокровищница, да, можем тратить. Но у нас тут карнавальный торт. Вот. Карнавальный торт. Кстати, я еще могу завтра успеть паролить ребятам, да? Карнавальный тортик-то, вот, надо заняться завтра роллингами. Будем вот эту вот всю штуку забирать, друзья. Будем всю эту штуку забирать. Игрок находится в гильдии под названием Stark Expo. Если не ходишь на битву гильдии, даже не заходи. Вот так вот, ребятушки. Вот, это можно о многих гильдиях сказать. Потому что люди зачем-то заходят, а смысл заходят, если БГ не проходит. Да, то есть, как бы, ну, идите в те гильдии, там, где битва гильдии не требуется. Кстати, таких гильдий много. А заходят в активные гильдии и потом пацанов подставляют. Ладно, не суть. Давай посмотрим вообще, что, чего нам не хватает. Чего нам не хватает тут на этом аккаунте для счастья. Каких героев? То есть это у нас Розалинда, ну, мастер рун, а Розалинда и фанатик вроде за донат. Дальше, темный колдун за донат, механоид альфа за донат, королева ос, мисс магия, леди божество, полярный лис. Окей, леди божество, полярный лис, опять же, все. За донат берсерк, окей, пепельная матрона, свален даже, дама холода, скиталец, вообще много кого не хватает, Миша и Бугимен, я думаю, просто не открывались, мадам Бо, и смотри, даже спарки походу нету, вот. Ну, будем пытаться выбить, есть ништяки на аккаунте, мы их, наверное, будем в конце открывать, потому что, о, смотри, такие вот карточки есть, потому что, ребят, что-то я заметил, что когда в начале открываешь, ни хрена не падает. Вот, и 62 тысячи самоцветов. Ну чё, полетели. Давай там. Я уже, правда, забыл список героев, которых не хватает. Но их тут много. Если чё, вы в комментариях там напишите. Ай, князь, ты тут лоханулся. Так, 190 рыцарь. Давай. Панда-разрушитель. Ну чё-то как-то нормально мы по 450 долбили. И как-то вообще герои не падают. И за 150 не падают. Они как-то вообще не падают. А почему? А почему? Там что, рандомчик героя зажал, рыцарь? Вот просто... О! Спарки! Спарки! Вот. Ну, ладно. Могу простить. Могу простить рандом, ребята, за то, что как бы вот он эти предыдущие две минуты не давал нифига героев. Хотя бы ради чего, понятно. Выбили спарки недостающего. Но там как бы мы с этой акции его заберем. Но все равно повторочка-то нужна. Знаете, с этими эпик-героями, да, ты даже если они у тебя есть, ты все равно радуешься, когда они выпадают. Повторки-то нужны, бульдозер-хранитель. Ну и мисс Магию, мастера рун тоже хотелось бы выбить. Капитан Дрейк, да даже других каких-то недостающих героев. Но тем временем мы уже треть самоцветов, друзья, потратили. Треть самоцветов улетела. Так, ледяной дьявол, малышник. Воу! Еще один спарки. Сразу повторочка. Слушай, ну, как бы ладно. Ладно. Атлантикор. Рыцарь. Давай там Леди Боу еще дай, что ли. Бог Грома. Давай-ка. Ниндзя. Триант Буль... Слушай, рыцарь тьмы, друид. А как бы... Смотри, а героев-то других не дает. Ну, то есть простых, да? То есть нам эпики падают. Два раза эпик упал. А что-то как-то даже не то, что мисс магия или мастер руна, а как бы даже намека нету на какую-нибудь там сраную даму холода, свалина, я не знаю, медуза. Вот просто ноль, королева ос. Вот, просто ноль, друзья.
Как бы, и ты, конечно, такой, типа, ну чё, ну чё такое-то, а, пацаны, нормально же общались. Нормально же общались, вы чё, медуза, оборотень, кристаллический эктоплазм, давай, бульдозер, суккуб, химер. Это что, это герои, игре 7 лет, чё ты мне там пад даёшь-то? Ну, ёпта, мы ж, я ж не в 2016 году героев ролю. Вау, ещё третий Спарки! Он, короче, решил никаких героев не давать, да, а давать только эпических героев, причем только одного. Да, ну, мы тогда и Леди Бо можем выбить, мы можем выбить и этот демон-охотник, или, я, короче, не помню, как они, я что-то, все, я уже, как бы, не могу запомнить. 10 тысяч самов осталось, друзья. Мадам Бо, слушай, ну, это реально эпический роллинг, это, слушай, это, как бы... Это реально эпический роллинг. Это, подожди, мы 4 эпика выбили. Ну, как бы, да, там, типа, повторки были, но тем не менее, слушай, у меня ни разу такого не было, тем более за такое количество, маленькое количество самоцветов. Ну, демон охотник. Это 5 эпиков, ребят, за 60 тысяч самоцветов. Он, как бы, я не знаю, даже тут можно простить его за то, что, скажем так... Он не дает там мисс магию и прочих, и даже просто недостающих героев... Оу, охренеть! Охренеть! Все, прощаю, просто 5 эпиков плюс мисс магия, ёб твою. Ну, ты уже должен точно был лайк поставить, точно подписаться и проверить колокольчик, и комментарий написать. Князь, ты просто великолепен, я хочу от тебя детей. Это что-то с чем-то. У нас еще ништяки, у нас там акции... Ууу! Я ж прям, у меня правая подмышка мокрой встала. Вот. Стала. Так, забираем эти бонусы, чтобы вот это вот забрать. Тут уже как бы задонатить надо. Но я бы на месте чувака забрал бы. Ладно. Та-дан! Та-да-та-та-та-дан-дан. И мы тут еще получаем целую кучу эпиков. Что, карточки блатные? Ну, что, пошли, пошли открывать ништяк. А, подожди. Подожди, у нас есть еще сокровищница. Там-то точно можно, да? 31 попытка. Вот тут, кстати говоря, мешок полярного лиса, Миша, Розалин, тогда, которая не хватает, дуэлянт, Фобос, демон-охотник, ну ладно. Давай, карта выносливости, ну вот Розалинду тогда ждем. Розалинда, приди. Демон-охотник, охренеть. Демон-охотник. Розалинда, Розалинда, мне вот не пришел демон-охотник, повторка. Розалинда. Да, и Розалинду получаем. Слушай, нормально. Как бы дальше уже можно не открывать, но мы пооткрываем, друзья. Посмотрим, может там еще какой-нибудь демон-охотник упадет, повторка. Жарко. Это жарко, друзья. Это, конечно, очень жарко. Это прямо я вспотел. Дуэлянт. Дуэлянт, дуэлянтишка. Так, 9 попыток, золотой ключ. Вот сейчас бы, да, 2020 год, отдавать золотой ключ, 500 орденов. Могли бы сюда и побольше героев сунуть, а чё? 2 попытки, 500 орденов и последняя, ну, как бы, ладно. Так, смотри, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, мы это все собираем. Заходим сюда, это тоже просто все собираем, вообще по красоте. А дальше, у нас дальше, дальше там вроде бы все, да? Мы все собрали, ну еще заходим, смотри. Открываем эти штучки. Так, тут штучки-прибаучки. Тут ничего такого интересного. Давай сюда. Капитан Дрейк. Тут что? Тут как бы ничего. Тут тоже неинтересно. Дальше. Ну, как бы сундучки откроем. Нам еще карточка оттуда выпадет. Книжечек. Книжечка могло бы и побольше выпасть. Так, окей. Замечательно. Летим дальше, друзья. Окей. Ну что тут у нас? Ясно. Не останавливаемся. Ништяков еще много. Стой, подожди. А я что, открыл эту... А, блатные карточки еще внизу. Вот он. Вон оно что. Слушай, мест хватает. Это радует. Сейчас мы тут все пооткрываем. Сейчас, ребята, все разрулим, все будет хорошо. Посмотрим, может, там еще... Подожди, там Леди Божество не хватало, да? Леди Божество и кого-то еще не хватало.
Я забыл, но посмотрим, сейчас кого-то выбьем, да? Так. Тут это 6-й уровень, ерунда. Тут 7-й уровень, тоже ерунда. Но, тем не менее, почему бы и не да. Так, это мы все расчехляем, друзья. Так, еще нам карточек дало. Сколько тут уже этими карточками обмазываться можно? А мы все не можем приблизиться к самому интересному. Так, здесь просто целая куча слизней наберется. Набирается. Ну, и книжечки, книжечки. Ну, правда, из этого сундука книжечек дает мало. Надо, знаете, еще что глянуть. Донатный аккаунт, бездонатный. Что там вообще, как получается? Так, сотка. 60 книг, 30 книг. 90. Так, окей, окей, окей. Все, 40 сундуков остается. И сейчас у нас, по сути, наверное, будет финишная прямая. А нет, еще зари, 134 сундука. Ну-ка, это мы забираем. Там еще интересно, сколько осколков выпадет, да? Там блатного нашего героя, название которого я забыл. Так, тут уже, смотри, книжечек «Мое почтение» падает. И что самое главное, «Камней пламени» тоже очень хорошо падает. Это у нас получается 5-й сундук. Давай, открывайся, дружище. Замечательно. Так, и летим дальше. Опа. Не останавливаемся. Опа. Еще фигачим. Давай. Есть. Тут у нас тоже все очень хорошо. 200. Нет, тут что-то, да, перебор. Перебор этих сундуков, друзья. Прям что-то с чем-то. Слишком их много, я бы вам сказал. Слишком их много. Так, ну ничего, долбим, не останавливаемся, ребята. Долбим, не останавливаемся, расчехляем их там по полной программе. Вот, и все у нас будет хорошо. Так, остановить. Давай. Фигачься. Угу. Окей. Давай, 14. Замечательно. Дальше. 63. 43. 33. Окей. Так, это мы расчехляем. Это тут у нас ерунда. Это тоже пускай место не занимает. Это мы тоже откроем 8000, плюс тут 11000 сразу. Хопа. Так, что у нас? Сундук отчаяния. А, это я уже даже не помню откуда. Так, просто долбим, не останавливаемся. Окей, скитальца тут можно собрать, божечки. Божечки мои. Так, мы уже приближаемся к финишной прямой. Что-то у нас тут много, очень много ништяков. Давай, не останавливаемся, летим. Окей. Так, тут что? Мифический мешок с эмблемой. Давай. Есть. Давай, летим дальше. Окей. Окей. Не останавливаемся. Так. Летим дальше. Так, 5. Давай, 2. Давай, еще. Давай. Опа. Так, 32. Вот эти вот хорошие. Вот эти вот мешочки мне очень нравятся, друзья. Без них никуда. Так, тут мастер рун. А, нет, здесь мастер рун не падает. Но здесь мог свален вроде упасть. Вот тут мастер рун падает. Давай нам мастера рун. И свален. А, дама холода вот эту. А, и свален. Мы тут всех можем выбить. Давай. Свалена забрали. Это что это? Розалин? А, Розалин да и так было. А остальное все фигня. Вот это обидно. Так, давай посмотрим, что здесь выпадет. Но... Короче, ерунда выпала. Недостающих не вылетело, к сожалению. Так, тут... Тут понятно. А там и берсерка ему не хватало. Все расчехляем. По полной программе, друзья. Все расчехляем. Так, 30, 90. Это что, подарок 7-го года? А, ну это херь, короче, шара. Такое себе, друзья. Это у нас такое себе. Ай, ёлки-палки. Ну ничего, потерпим. Ничего, друзья. А, потерпим, как говорится. Давай. Не останавливаемся, забираемся. Ну давай быстрее уже. Там интересные вещи раздают, ёлки-палки. Там интересные вещи. Блин, взял, остановился на одном сундуке. Так. Окей. Сундук защиты. Ну, это прям хорошо. Это осколки лисы. Может, сейчас лису соберем. Там еще, смотри, у нас 4 мешка лисы. Давай, так. Тут тоже не останавливаемся. Ебой. Так,
Сколько осколков? 5. Отлично просто. Ну, отсюда, наверное, сколько? 6 осколков упадет. Это первый уровень, да? О! 7 осколков, друзья. 7 осколков. Это что? Это, наверное... это редкий сундук лавы 3, прикиньте. Вот, такое видел я только у себя, скажем так, на пельмени. Ладно, друзья, я думаю, что ну на этом все. Вы просто посмотрите сейчас на список героев. Как это у него сейчас на складе классно выглядит. Смотри, герой. Пам, 2 Леди Бо, 4 Спарки, 3 этих демона-охотника. Мисс Магия, там это понятно. Ну, прям красота, как будто донатерский аккаунт. У меня так склад не выглядит. О, так, и что? А, донат есть, 155 тысяч. Ну что, Ребзи, если тебе понравился, вот эта вот вся движуха понравилась, то лайк поставь, подпишись, елки-палки. Спасибо тебе, что посмотрел до конца. Пожелаю тебе огромнейшей удачи и пока.